Девчонки, всем привет! У меня временные проблемы. На глазу вскочил ячмень. Я пока не могу доснять макияж, хотя мне осталось там буквально один день с палеточкой Sydney от Essence. И хочу сейчас сделать влог, показать вам свои игрушки, вот которые вы видите перед собой. Я их сейчас поближе вам покажу. Они родом из СССР. Им лет эдак 30, может, и кому и больше. То есть покупались они в году так в 83-м, 85-м, 87-м. Ну, примерно, я так думаю. Я их достала недавно с антресоли. Моя дочь просила куколок играть, отмыла. И давайте немножко сейчас про них расскажу. Первую куколку зовут Надя. Смотрите, какая она красивая. Она небольшая. Ботиночки уже дочка моя сняла, куда-то сунула. Потому что Надя у нас спала в коляске, вот в этой, которую нам тоже подарили на днях. Такая хорошая колясочка, смотрите, какая. Вот, и ребенок же, думаю, ну, привык, что он без обуви спит, поэтому Надя тоже у нас разута. Девочки, смотрите, вот эта одежда на ней оригинальная, это немецкие куклы. Смотрите, какая у нее прическа, то есть как была, так и осталась. Вот я, ну, я помыла их, естественно, потому что они долго лежали на антресоли. Смотрите, какие красивые голубые глаза, какая сама кукла красивая, как все проработано. То есть в моей вот, то, что я вам сейчас покажу, у меня три немецкие куклы, одна русская, советская. Есть еще, но я их не достала пока с антресоля. Вот эта кукла появилась у меня, наверное, одна из последних, потому что, смотрите, у нее какая прическа, я не помню, в каких годах это было. Модно здесь, то есть коротко выстригали, а дальше длинные. На ней я тренировалась делать разные прически, косички, колосок я на ней научилась заплетать на этой кукле. Вот это я ей повесила, не было, когда она продавалась, но от этого не было. Это уже мое, так сказать, ноу-хау. Так, давайте теперь к другим перейдем. Вот эту куклу зовут Оля. Она продавалась без заколки. Это моя первая немецкая кукла. Я помню, стоила она 10 рублей. Это было дорого, и мне пришлось ее ждать, наверное, полгода, когда у меня наступит день рождения, и мне купят. То есть тогда вот не было возможности, видимо, у нас и у многих подобных семей дарить. Вот как сейчас я достала, 4 куклы сразу отдала, плюс подруга привезла коляску, подруга привезла вот этот телефон говорящий, кассу. Как в магазин играть, прочие другие развлечения, конструктор, все в один день дали ребенку. Не важно, что у нее ни день рождения, никакой даже не праздник. Это все оригинальная тоже одежда, то есть то, что разрабатывали немецкие дизайнеры, скажем так. Туфельки вот здесь остались. Смотрите, девочки, какие у них фигурки, вот трусики, это все было. Какие они пропорционально красивые сделанные куклы. Все как-то вот стройно, ножки, все это красиво, кукла сама стоит. Какие блестящие волосы, несмотря на то, что ей уже, я говорю, ей больше 30 лет, тоже длинные, посмотрите, их можно распускать, делать всякие косички. Ну, то есть, я считаю, что это очень качественные игрушки. Мне их даже вот жалко как-то... Ну, дарить или куда-то девать, выкидывать. Девочки, смотрите, вот я, что значит, визажист, был уже в детстве. Вот эти губы накрасила я лаком. И тут пыталась что-то красить лаком тоже. Это, ну, типа, украшала. Теней, видимо, у меня в то время не было. Эту куклу я очень люблю. Как я уже сказала, она у меня одна из первых появилась. Потом, по-моему, я купила куклу Иру. Вот эту куклу Иру. Некоторые куклы уже назывались в магазине, но я, по-моему, их сама переназывала. Это уже с короткими волосами, потому что все мои с длинными куколки были. А это тоже, обратите внимание, какая у нее прическа. То есть вот одежда тоже такая же, как была на ней при продаже. Ну вот ботинки куда-то соскочили. Смотрите, какие они красивые, девочки, какие у них губки. Тоже я накрасила лаком. Их. И вот если присмотреться, эти куколки немецкие, они как бы друг на друга, что ли, похожи, да, у них есть какой-то концепт общий. Вот, посмотрите, да, и вот это вот маленькое. Видите, как будто что-то общее, то есть то ли глазки вот эти кругленькие, ну вот они как-то
похож друг на друга. И вот наша кукла. Вот эта куколка наша, Советского Союза производства. Это цыганка Рада. У нее тоже шикарные блестящие волосы. У нее есть, ну, как у цыганок, серьги, браслет, платок, платье такое. Вот, смотрите, она вот такая. Красивые у нее сапоги даже есть, но один немножко прорвался сапожок. И строение, видите, строение ножек уже немножко другое. То есть вот у немецких лучше. Вот они как-то сделаны так, более на анатомию человеческую, что ли, похож. Но это тоже неплохо, в принципе. Вот такое пышное платье. Красавица тоже куколка. Но вот если обратить внимание на личико, хоть оно и красиво, тоже губы лаком накрашены, оно уже другого концепта, что ли. Ну, в общем, видно, что это как из другой серии кукла. Да, если вот с этими сравнивать. Так, ну, все, девочки, куклы. Есть еще у меня, конечно, ну, я их не достала. Там маленькая пупсят немецкий, тоже интересный, с тех же времен. СССРовских. Хочу вам еще показать сейчас игрушки, какие дочки мои на день рождения дарили. Ну и в этот влог еще, может быть, что-нибудь включу, я посмотрю по ходу тогда в действии. Вот Мишка. Мама. Мишку вот этого подарили нам. Мама. Девочки, смотрите, что я вам сейчас покажу. Это наши игрушки, собранные из вот такого вот яйца, которое продается в Магните, магазин Магнит. Вот так эта линеечка называется, где вот эти содержатся животные. И 170 рублей. То есть это, во-первых, не дешевле, чем в Перекрестке. Во-вторых, смотрите, какие игрушки. Мне просто вот они поражают. Смотрите, вот это все вынимается. То есть вот можно отдельно играть. Этого малыша вот так вот держит она в ручках. Этот тоже снимается. То есть они все вынимаются, снимаются. Вот эти два сидят, смотрите, малыша, они тоже вынимаются. Не знаю, как это, что это за животное, кенгуру, не кенгуру. Обезьянки, вот такая вот, вот такой звереныш. Вот эти обезьянки, они друг за друга цепляются и висят. Вот так вот, мне же с одной рукой неудобно показывать. Как вот такие висюльки получаются. Вот такие вот. Этот висел как-то на ниточках на каких-то, но они потерялись у нас. Вот обезьянка с малышом тоже. То есть, смотрите, дома можно прям вот в зоопарк играть уже. Потом там есть вот такой вот мишка сидячий, попугай. Попугай и вот это вот страус, насколько я понимаю. И из морских у нас есть вот такой... этот, как восьминог, да, и черепашка, она вот делает ручками вот так. То есть можно в ванне играть с ней. Вот, такие вот, девчонки, классные игрушечки. Прям я их собираю, когда дочка бросает, я их собираю, и потом чуть подрастет, мне кажется, интересно будет в зоопарк играть. Такая вот милота у нас. Девочки, сейчас хочу прям моментально, буквально за минуточку показать свой набег. Фикс прайс, купила себе 5 форм у нас появились для запекания. Я лоботряс, мне мыть лень. Маленькие формы стоят 12,50, а большие формы, вот эти вот, стоят по 27,50. Удобно. Не всегда же надо прям полную набить. Если вам чуть-чуть, то такие вот будет выгодно. Увидела у Леночки вот такие вот. Она показывала во влоге Чокупай, вот новинка, я такие не пробовала. Я не то, что фанат, обычно я никогда не беру, стараюсь ограничивать себя в таких покупочках. Ну, вот тут решила попробовать с бананом и с какао. Я такие еще не брала, обычно классические я только, ну, пробовала. Купила детские носочки, 4 пары, они стоят 50 рублей. Чокупай стоит у нас 55. Вот такую фунчозу решила попробовать. Стоит она 77 рублей, я ни разу такую... Вернее, я фунчозу знаю, но вот в такой упаковочке не пробовала. Расскажу вам потом, что она из себя представляет. Может быть, в сторис положу. Ну, это вот необходимые ингредиенты. Они стоят 77 рублей. Детям и взрослым подходят. Смотрите, мне нравится, что здесь клапан, во-первых. Что здесь, ну, 72 штуки здесь, соответственно, идет экстракт череды, депантенол. Ну, я не знаю, есть ли они там. Но, по крайней мере, можно и детям. Ничего не раздражает. Удобно пользоваться.
Вот такой набор восковых мелков. Здесь 36 штук, много. Смотрите, какой в два ряда. 99 рублей сейчас отдам. Фломастеры уже она у меня забрала, и раскраску тоже. Фломастеры покажу, может быть, фоточки вставлю, девочки, потому что сейчас она рисует, у нее не оторвешь. И последний, это вот такой набор резиночек. Я взяла. Не знаю, насколько они будут хороши. Я первый раз их беру. Стоят они, здесь 6 штук, стоят они, по-моему, 50 или 55 рублей. Резинка для волос стоит 50 рублей. Ну все, девочки, вот этот вот моментально вам показал свой заказик. И вставлю картиночки тогда, раскраски и фломастеры интересные, там такие большие. Может быть, даже сейчас попробую заснять чуть позже. Девчонки, купила сейчас в Экспрессе вот такой фунчоз с грибами. Заварила. Там был соус в отдельном пакете. Все перемешала. Вот так выглядит. Ну, вроде ничего. Стоит 77 рублей. Девочки, вот такие фломастеры. Пока Анечка вышла. Здесь 8 штук. Стоит 99 рублей. Они сделаны вот таким вот образом. Смотрите, у них вот такие вот головки. Как то ли собачка, то ли мишка. И стержень. Сейчас покажу. И вот такой толстый здесь стержень. 8 штук, 99 рублей стоит фломастер. Но интересные крышечки. Такой набор. И раскраска лошадки стоит 77 рублей. Или 50. Ой, девочки, не помню уже. Видите, здесь показано, как раскрашивать. Вот уже кое-что рисовала она. Такая раскраска интересная. Они есть разные. Тут вот на первой странице, например... Дерево было раскрашено. И вот то, что Анечка с папой рисовали. Вот. Такие у нас покупочки, девчонки, в этот раз. Девчонки, сейчас хочу вам быстренько показать свои рыбные покупочки в Перекрестке. Что-то я соскучилась по рыбе. Долго мы ее не ели. Она у нас как-то не часто, где можно найти. Какие-то перебои с этим, проблемы, можно сказать. И я вот взяла Перекрестки по акции. Вот такой два таких набора рыбных ассорти. Они были по 99 рублей по акции, а так 160 стоят. А здесь у нас немного по весу. 200 грамм идет горбуша и скумбрия холодного копчения в этом наборе. По акции на кассе взяла, вспомни молодость, это называется килька обжаренная в томатном соусе. Я ее положу в шкаф, то есть при случае, когда захочется, могу поесть. Такое у меня иногда бывает. Молоко, как всегда, купила. Это кофе пить и кашку ребенку варить. Они тоже шли по акции за 44,90. Вот такой дочери хек взяла. Хороший тоже ценник, желтый был. Сейчас, вот это килограмм обошелся мне в 170, короче, 180 рублей. Вот такой взяла морской коктейль тоже по акции. Здесь мидии, еще там что-то. По акции он шел за 119 рублей, а обычно тоже что-то то ли 160, что ли, стоит. Карп взяла, я беру. Карп я прошу, чтобы мне почистили и оглушили. Он стоит 259 рублей килограмм. Здесь два карпа, как раз на килограмм 38 вышли. И вот, но только порежил, в муке повалял, посолил, и можно уже делать. И вот такие салфетки, здесь 100 штук, за 80 рублей я взяла для дома. Пускай будут тоже там на кассе по акции. Ну, в общем, вот такие, девчонки, у меня рыбное такое вот отоваривание произошло. Девочки, сейчас хочу сказать еще пару слов о том, как я делаю заказы с американского сайта ColourPop и с европейских. Это Beauty Bay британский сайт, Revolution тоже британский, и Cult Beauty, насколько я знаю, тоже британский. С других сайтов ни с каких я заказ не делала, и на YouTube, соответственно, ссылочки не оставляла. Так, давайте начнем с того, что везде одинаковое. Это то, что оплата идет сразу онлайн с карты. Второе. Доставка, я живу в Москве, в России, мне обходится примерно от 10 дней, может дотянуться до 3 недель. То есть у меня раз был заказ с Revolution, долго шел, они, вернее, его даже долго не могли отправить. То ли это у них был перед 1 сентября какие-то дни, не знаю, с чем связано. Бывает, даже меньше 10 дней ко мне доходил. В основном их все приносят мне курьер домой.
Один раз заказ Beauty Bay я ходила получать на почту. Так вот всегда на дом приносит курьер. Они созваниваются с вами, договариваются о времени, дома вы, не дома. Если дома, тут же приносят мне. Также они вам проходят, когда несколько дней, они отгружают заказ, присылают вам трек-номер на почту, и вы по нему уже отслеживаете. Ну, я, например, отслеживаю Почту России и вижу, где находится заказ. То есть прибыл он в Россию, там на какой стадии, на стадии отправки. Вот последний мой заказ с Colourpop тоже, он где-то идет недели две, но он задержался, может быть, там не было, я так думаю, палетки желтой, потому что когда я заказ делала, там был, она была распродана, был как раз день акционный, скидка была на все 30%, я взяла в наборе эту палетку, и вроде как заказ прошел, то есть вместе с карандашами, но отправки долго не было, возможно, ждали, пока завезут их. Как оформлять заказ? Давайте я сейчас попробую вам показать через компьютер у себя. В общем-то, принцип, если кто не знает, один. Вы регистрируетесь либо на сайте, либо во время оформления заказа, либо вы можете заранее свой аккаунт там создать. Если хотите знать, когда будут какие-то акции, и, допустим, как у Revolution пакет сюрприз в подарок, то это надо подписаться на рассылку, они будут вам присылать там письма о новинках, которые вышли, об акциях, о подарках, какие проводятся, о распродажах, обо всем будут на почту приходить уведомления. Ну, также, в принципе, все. Но они могут и просто так присылать, то есть вышла там новая палетка, а нет, тут же вышла новая помада Colourpop. Ну, меня не напрягает, я, допустим, удалила это письмо и все. Ну, зато я, как говорится, в курсе всех распродаж и скидок. Так, ну и что еще? Он оформляет, соответственно, когда вы уже набрали корзину, набили, там свой адрес, почтовый индекс обязательно, ближайшая почта, которая вам удобна. Ну, это вот на всякий случай. И это требуется, по-моему, при оформлении в обязательном порядке. Вот. Ну, в общем-то, все. Они не требуют, как iHerb, ни ННН, ни паспортные данные. Не знаю, зачем вам это надо. У меня, видите, корзина набита. Дальше то же самое. Я нажимаю здесь. Чекаут. Можно оплатить тремя способами. Также, думаю, никаких проблем не будет у вас. И последний Cult Beauty здесь. Тоже так же в корзине вы смотрите, у вас автоматически спишется 15% налога при оформлении заказа. Ну все, надеюсь, все вопросы я ответила, девочки. Если что-то забыла, то пишите. Здесь на Cult Beauty, когда идут акции какие-то, плюс списание налога, получается большая скидочка, очень выгодно покупать. Ну а на Revolution выгодно, когда есть подарки, оформлять заказ.